Полюция – это беснование, а беса нужно гнать от себя молитвой и постом. Поэтому лично я молюсь о том, вы себе как хотите молитесь, а я молюсь о том, чтобы Господь Всемогущий, Господь Саваоф, Господь Царь Небесных Воинств вселил храбрость и силу в власть. Чтобы власть была сильна и умна. Она у нас, конечно, такая, что она, ее достойна порицания, но сегодня это нужно забыть. Дай Бог власти, я молюсь об этом, чтобы она была сильна и умна. И я молюсь о том, чтобы Господь вселил страх и трепет в сердца и в кости мятежников. Чтобы Бог послал им болезнь в доме и болезнь на улице. Страх на улице и страх в доме. Чтобы они покоя не имели, чтобы они сожрали друг друга. Пусть гад сожрет гада. Я жалеть о них не буду. Это страшные враги нашего будущего и страшные враги сегодняшнего настоящего. Я их не жалею, я о них не молюсь.